It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la, life goes full circle. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la. Этот сладкоголосый красавец разбил не 1 миллион женских сердец по всему миру, собрал не 1 килограмм всевозможных премий, записав между делом 3 суперуспешных альбома. Но в Украине его знают лишь единицы, поэтому прошу любить и жаловать Джейсон Мраз. Родился будущий король рок-поп-музыки 23 июня 1977 года в США, в штате Вирджиния. В детстве Джейсон был гиперактивным и, кажется, успел попробовать себя во всем. Друзья и сверстники считали Джейсона везунчиком. Молодому кривляке удавалось все с невероятной легкостью. Джейсон начал учиться играть на гитаре только 18 лет, но занятия музыкой очень увлекли будущую звезду и вскоре не оставили у парня сомнений в выборе профессии. По воле случая, а может благодаря природному обаянию, ему удается получить контракт с Elektra Records. После этого жизнь Джейсона Мраза становится сказкой. Первый сингл становится популярным и занимает верхушки чартов. Записан первый альбом, а билеты на концерты расходятся как горячие пирожки. Но и после такой неистовой славы Джейсон не останавливается. После первого альбома все слушатели запомнили его как обаятельного задиру в фирменной шляпе. Джейсону хотелось большего. И уже весной 2005 года был анонсирован выход второго альбома. Пластинка заставила обратить на себя внимание критиков. Новый альбом показал нам совершенно нового, взрослого Джейсона и подарил парочку нетленок. Life is Wonderful, Bella Luna, Wordplay. Пластинка не обошлась без фирменных хулиганских песенок в стиле раннего Джейсона, но основной упор был сделан на романтические баллады. Злопыхатели вещали Джейсону Мразу знаменитый кризис второго альбома. Но, к счастью, все обошлось, и вот как третий альбом не заставил себя ждать. Слушатели смогли оценить его в 2008 году. Хиты этой пластинки взорвали все радиостанции США. И вот, наконец-то, композиция «Lucky» приносит Джейсону Мразу долгожданную статуэтку Грэмми. Еще одно долгожданное событие для поклонников Джейсона – выход четвертого, самого нового альбома «Love is a four-letter word». Синглы этого альбома – поистине музыка хорошего настроения. Этот альбом пропитан неисправимой романтикой и душевной теплотой. Имея в арсенале всего 4 студийных альбома, Джейсон Мраз сумел попасть в сотню самых продаваемых исполнителей 2000-х годов. Пока что 3 альбома сертифицированы платиной, что по праву возводит Джейсона Мраза в статус культовых исполнителей. Причина всему этому одна. Песни Джейсона – это отражение его собственной души.